Друзья, Арина Соболенко. Арина, привет, я тебя поздравляю с победой. Спасибо. Когда мы смотрели матч во второй партии, у меня вот возникла вот эта фраза, флешбэк нашего прошлого интервью, где ты говоришь, я люблю эмоции, и я люблю горки. Что было? Ну, я бы сказала, что она, конечно, неплохо отыграла, в принципе, весь матч. Это не то, чтобы были уже эмоциональные какие-то качели, горки. Я думаю, это просто, ну, немножко где-то не сложилось. И она играла на высоком уровне. И, ну, немножко пошло в ее сторону. Слава богу, что в третьей сете все вернуло в свою сторону. Поэтому. Мне казалось, когда ты играешь очень плотно, агрессивно, шансов достаточно мало у твоей соперницы. Ну, да, наверное, как бы тут же вопрос стабильности. Вот немножко, наверное, где-то провалилась. И поэтому вылилось все в третий сет. Ну, ты себя очень круто завела. И расскажи про концовку, потому что вот тоже было ощущение, когда уже приближался счет к 5-4. Да. Вот я прям Таше сказала, что сейчас Арина возьмет. Ну, да, я как бы... Не получалось, как бы вначале брейканула, потом пошли опять эти качели туда-сюда, и я уже как бы себе сказала, что ну, нужно немножко разозлиться, и разозлиться в хорошем смысле. И, ну, наверное, получилось себя, так сказать, разозлить и забрать свой матч. А последний вопрос. Тебе в таких условиях нормально играть, не холодно? Да, ну, как жарковато было на корте, не могу сказать, что я там прям... Ну, на самом деле, если честно, наверное, в какой-то момент я, когда после перехода шла играть, я думала, блин, ну как ножки-то мерзнут. Носочки, да, хочется теплее? Ну, я подумала, что, блин, наверное, надо получше двигаться, а то что-то как-то мерзнется. Ну, раскочегарилась потом. Да. Спасибо, мы отпускаем Арину Соболенко, время позднее уже, и прохладно. Да, все, спокойной ночи. Спокойной ночи.